что совсем скоро в Сочи приедут педагоги из МХАТа и Табакерки. Если нет, то сейчас все узнаете. Здравствуйте, я Инга Габеш и это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Сегодня в центре нашего внимания сочинский, еще совсем молодой театр «Каскад», который помимо спектаклей в своей творческой лаборатории планирует проводить обучение, обмениваться опытом с разными театральными коллективами страны. О том, как в Сочи создается первый профессиональный театр? Нам расскажет художественный руководитель а, театра Каскад, выпускник школы студии МХАТ Александр Лухин. Здравствуйте, Александр Здравствуйте. Владимирович. Здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили меня в эту студию. А, спасибо. А, скажите, вы действительно намерены превратить Олимпийскую столицу в театральный центр юга страны? Ну так, конечно немножко пафосно звучит, я что в моих силах постараюсь сделать для развития театрального искусства в городе Сочи. Я думаю, что этот вид искусства, который является живым таким видом искусства, где живые люди говорят с живыми людьми, в Сочи необходим. В Сочи нет театрального вуза. Как вы планируете создать профессиональную труппу, которая в Сочи, наверное, и не было никогда? Вы знаете, Актер вообще, актер ⁇ это, ну, наверное, самое ценное и самое дорогое, что может быть в театре. Может быть, даже дороже э, помещений и каких-то оснащений, технических mm -hmm. средств. Актер ⁇ это и есть э, сам театр, его душа, и, в общем-то, и, и есть театр. А актер ⁇ профессия штучная, и поэтому, когда мы решили здесь создать театральный коллектив, театр-студия, то, прежде всего, я сказал, будем начинать со школы. Угу. И у нас мы проявили кастинг. На кастинг пришло огромное количество желающих кастинг был в ноябре, в декабре 2015 года. Кстати, кастинг продолжается, продолжается и э, по сегодняшний день, потому что к нам постоянно кто-то приходит, кто-то пробует, кто-то просится, кто-то просит посмотреть, кто-то приходит с какой-то определенной целью, чтобы оценить себя, а кто-то уже действительно хотел бы попробовать себя, и вдруг э, как-то жизнь получится, и попробовать себя на сцене. Поэтому... Школа, школа это прежде всего. И я считаю, что неталантливых людей нет, и я в этом убеждаюсь постоянно. К нам пришли очень талантливые ребята. Uh -huh. Вот набрали студийцев от 14 лет, даже одному мальчику есть немного меньше. Uh -huh. Но я в порядке исключения взял его, потому что он очень талантлив, это Влад Филатов. Поэтому я думаю, я не хочу обижать, потому что я вот одну фамилию назвал сейчас. Там достой, очень, я вам скажу, поверьте, очень много достойных людей. И если зритель придет на наши спектакли и посмотрит, то увидит уже наших студийцев уже на площадке в деле, как они уже работают. Работаем мы практически, я не могу сказать, что вот репетиции, репетиции проходят ежедневно. И даже иногда включают в себя и субботы, и воскресенье, и какие-то праздничные дни. Вот так, например, было с новогодними праздниками. Все, вот вся, вся страна гуляла, отдыхала. А к нам приехал московский режиссер Петр, Петр Анатольевич Ступин. Это ученик Петра Фоменко. И Первые, первые премьер, первая премьера была по Александру Вампилову 20 муцангелом» и Дом окнами в поле. Mm -hmm. и вот он репетировал как с профессиональными актерами, которые у нас имеются, так и с, э, с нашими студийцами, с которыми занимаюсь я. А, – Прослушивания проходят по старинке, с рассказом басни, с пением? – Вы знаете, мир ничего нового не изобрели. <свят> а, но бывают исключения, когда приходят люди и говорят, ну мы вот там, мы не знаем, что нам прочитать. Поэтому иногда я вижу, что у человека есть какой-то огонек, и есть желание, есть интерес, <свят> ну, просим какие-нибудь этюды показать. – Сочинцы? – Сочинцы, как говорится… Работать надо с тем, что есть. И из сочинцев нужно вырастить профессиональных актеров, достойных профессиональных актеров. Я думаю, что такая возможность у нас есть, потому что талантливые люди в городе Сочи имеются. Вообще юг, тут какой-то такой свой темперамент. Понимаете меня, о чем я говорю. Да. Вы знаете тот факт, что вы проводите кастинги, прослушив... прослушивания среди местных юношей и девушек, тем самым вы участвуете в краевой целевой программе «Молодежь Кубани», которая реализуется в нашем городе. Как вы на это смотрите и планируете ли всерьез заняться творческим, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием сочинской молодежи? Ну, вы знаете, я вообще, ну, как сказать, я, ну, то, что какие-то мероприятия культурные проходят, это только, только за всеми руками и ногами. Дело в том, что я вот как творческий человек, простите, что так про себя говорю, но ну, действительно, для меня главное а, то живое дело, которым я занимаюсь. А, я когда-то давно, да, давно полюбил а, театр, заканчивал а, прекрасную школу, школа студию МХАТ. У меня был прекрасный педагог Иван Михайлович Тарханов. И помимо этого руководитель курса, помимо Ивана Михайловича Тарханова, было еще много прекрасных педагогов, от которых я получил эти знания. Я бы хотел эти знания, которые я, которыми я, как, как мне кажется, обладаю, передать тому новому поколению. И если тем самым я в какой-то культурной жизни участвую, я только за. И мне бы хотелось, чтобы... Вот мы сейчас проводим акцию, может быть это как, прозвучит как реклама, акция в театр всей семьей. Mm -hmm. Вот мы сделали спектакль ⁇ Сказка о попе и работники о балде ⁇ по, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Значит, я вот придумал такую штуку, но она не новая, естественно, но... вот приходит зритель, покупает билет mm -hmm. для ребенка, а для взрослых билеты в подарок. Mm -hmm. Мне главное, чтобы они не просто отправили ребенка в театр, они вместе пришли. Mm -hmm. И это стало некой традицией для семьи, mm -hmm. что вот мама, папа, бабушка, дедушка пришли, посмотрели, а потом, может быть, где-то на кухне, где-то там гуляя, они обсудили это. Я понимаете, как это и семья укрепляется, и традиции какие-то, и... Но, ну, в общем, я считаю, что это очень важно. Тем более, вы знаете, я немножко ориентируюсь на то, что в городе Сочи должен быть не просто театр или какая-то театральная студия, uh -huh. а театр, где делают спектакли для детей. Uh -huh. То есть театр юного зрителя. Чтобы не было такой ситуации, что несколько поколений сочинцев как-то были решены возможности приобщаться к этому виду искусства, они должны познавать, что такое театр. Здорово. Mm -hmm. Проходят Спасибо. ваши спектакли в вот таком необычном месте, да, чтобы осуществить вот mm -hmm. свою мечту. Вы обеденный зал превратили в театральную сцену. Расскажите, как это случилось. Ну, случилось совершенно, скажем так, внезапно. Я вот обратился в администрацию города и по просьбе... Ирина Васильевна Романец мне показывали какие-то помещения: там, помещения кинотеатров, какие вот помещения есть, которые находятся на балансе города. Uh -huh. Понятно, что это очень какие-то большие, может быть, в, вот в данное время непосильные. Ну, это мое мнение для города в Ливане. И я смотрел, ну, смотрел, как бы, как бы присматриваясь, можно ли что-то сделать, можно ли где-то там, может быть, какую-то комнату, может, какое-то маленькое помещение, может быть, как по принципу Олег Павлович Табаков, подвальчик какой-то. Но Сочи в этом плане сложный город. И случайно, совершенно случайно, мы нашли помещение, вот это вот проходя, я заглянул туда, там стоял какой-то старый разбитый рояль, оно было пустое. И это как-то вот оглядел это помещение, смотрю, и как-то вот у меня нарисовалась картинка, что вот здесь может быть зрительный зал, вот здесь может быть сцена, здесь могут быть кулисы. Uh -huh. А потом, когда стал более подробно интересоваться этим помещением, понял, что действительно это может быть. Давайте uh, скажем, что это первый этаж бывшего первый сочинского ресторана. Ресторана -каскад. Каскад, который находится в самом центре. Очень удобным для uh, того, чтобы прийти, uh -huh. посетить театр. Uh, вообще, это такое, скажем. Может быть, историческое место, культурное место города Сочи, потому что рядом э, находится и школа искусств, и э, бывший кинотеатр Стерео, mm -hmm. э, понимаете как, и вот недалеко Зимний театр. Вообще это театральная площадь. И название отсюда же Каскад? Каскад я оставил, естественно, я ну, не не пришел со своим, так я ориентируюсь на то, что есть. Вот я знаю, что там когда-то был ресторан Каскад. Тем более мне сказали, что там в этом ресторане Каскад этому ресторану, вернее Каскад посвятил стихи Иосиф Бродский. Я говорю, ну конечно, сам Бог велел просто взять и использовать это название. А дальше, вы понимаете, ну посмотрим во что это э, превратится, во что это разовьется. Во всяком случае, вот с ноября месяца мы работаем, э, мы уже сыграли три, премь три премьеры, у нас в гостях уже э, были педагоги школы Олега Табакова, это творческая встреча с Виталием Егоровым. Угу. Все были, но ну, он заехал на час, говорит, ну на часик я, я, говорит, больше не могу, потому что у меня завтра съемки, а так вот просидели два с половиной часа, и, наверное, еще бы пока вот... вот я не сказал «все, хватит, угу. давайте оставим на следующий раз какие-то вопросы». Вот. Конечно, мне бы хотелось, чтобы… Это помещение небольшое. Там вот сейчас в данный момент зал на 80. Ну, может быть, если еще стульчики подставить, 100 мест. Камерная такая. Камерная, станет? камерная. И, возможно, мы какие-то еще подиумы сделаем. В принципе, вот ребята, которые у меня занимаются, это мы делаем собственными руками. Мы вот эти вот к ребенку делаем, mm -hmm. мы кулисы делаем, мы сами костюмы шьют, сами декорации делают. Все там же. Все там же. Иногда данная работа заканчивается и в 2 часа ночи. Mm -hmm. Ну, все как по-настоящему. И мне главное я вижу, что люди хотят, они заинтересованы, у них есть просто, простите за слово, такое бешеное желание, угу. чтобы что-то сделать, сыграть. И вот у нас был седьмой спектакль 20 марта, сказка о Попе и работнике Балде. И вы знаете, зал практически был полный. Угу. А до этого, по-моему, сейчас скажу вам, 6 марта был аншлаг. Вот. Ну, я всегда переживаю, потому что э, пока очень мало людей знают о театре, о том, что он открылся. Да. Спасибо большое вам, что вот, э, вы меня пригласили, чтобы я имел возможность рассказать про театр. Конечно, пригласить. Э, важная штука, вот, вот это, ки ки никто не умоляет э, кино, кино замечательное. Его можно и дома посмотреть, э, тоже семьей, кстати. Но театр это то, живое, то непосредственное, которое происходит здесь и сейчас. А почему я вот еще сторонник того, что в Сочи, в таком большом, таком красивом городе, mm -hmm. в таком ну, прекрасном месте, там жемчужина России на самом деле, да, должен быть э, театр, должна быть своя трупа. Mm -hmm. Не только приезжие а гастрольные артисты, гастрольный театр. Это все замечательно, хорошо. Это должно быть, это должно развиваться и сохраняться. Но трупа своя в Сочи в городе должна быть, потому что это целый пласт культуры потому что сочинцы должны приходить смотреть они должны видеть что mm -hmm. это их актер mm -hmm. как он растет как он развивается вот сегодня он такую роль сыграл а завтра другую должны обсуждать mm -hmm. понимаете вот это должно быть это, это целое интересно. направление это целый пласт культуры города mm -hmm. я конечно надеюсь на то что вот мы сделали какую-то заявку нам потихонечку стали помогать и администрация города там выделила часть стульев которые мы вот способили как для для зрительских мест и зимний театр нам подарил, но ну, это просто шикарный подарок, ну скажем так не подарил, дал наверное в пользование огромный свой бархатный занавес, uh -huh. поэтому у нас вот так все красиво получилось оформить и когда знаете я наблюдаю люди покупая билеты на улице у нас касса стоит, мы они заходят потом, говорят, ой мы, как это в Сочи, uh -huh. мы этого не ожидали мы вот такое ощущение, что находимся в Санкт-Петербурге, в каком-то таком театральном. Вот, я говорю, нет, нет, вы в Сочи, ничего не перепутали, заходите, садитесь. А потом, конечно, когда в конце э, зал, вот даже э, многие, многие вставали, аплодировали нашим артистам, это большое вдохновение, это для артистов, для их вот, стимул для такой дальнейшей, безумной, творческой и огромной работы, которую вот, они вместе со мной делают. Да, вы только начинаете, всем да. вы интересны. Но в будущем, вот за счет чего вы планируете делать свой театр местом притяжения, чтобы он оставался всегда популярным среди сочинцев? Ну, я вам могу сказать так, конечно, театр ⁇ это и игрушка очень дорогая, это не мои слова. И без государственной поддержки содержать именно труппу, это очень сложно. Администрация муниципальная власть должна нас поддержать, но ну, не меня, пусть не меня, пусть артистов, молодых артистов, как-то вот стимулировать их к тому, чтобы mm -hmm. они работали. То, что эту площадку можно как бы коммерчески использовать, привозя какие-то антрепризы и так далее. Конечно, я об этом думаю, потому что это важно. Сейчас все стоит: и свет, и вода, и отопление, которое зритель же должен прийти в теплое помещение в холодное. И декорации должны быть красивые, и свет должен быть яркий, и какие-то мы же не должны на каком-то таком примитивном уровне делать, свет должен быть художественный. Вот, ну, пока то, что мы сделали, вроде бы неплохо. Но то, что мы сделали сегодня, угу. уже завтра будет, надо делать лучше. Расскажите о себе. До приезда да. в Сочи вы руководили Туапсинским да. театром? До, при, до приезда в, Соч в Сочи я был художественным руководителем Туапсинского театра юного зрителя. Угу. И, кстати, многие артисты а а а так получилось, что они приехали и сейчас работают здесь у со мной. Почему все-таки решили поменять место? И вы работы? знаете, это такая история, но ну, так сложились обстоятельства. Uh -huh. И могу сказать, что из этого театра, из вот такого сарая, который был, все-таки он превратился в театр. Там появилась очень красивая театральная фойе. Там появился малый зал. Мной был создан, придуман проект большого зала. Он, кстати, на 50% воплощен. Владимир Бикетов, это представитель законодательного собрания, приезжал, я ему показывал, рассказывал. И с его помощью были выделены деньги. Я убедил депутатов законодательного собрания. И они выделили для театра тогда на реконструкцию, uh -huh. потому что не понимали важность создания театра в малом городе Туапсе. Но уж о Сочи, я думаю, что Сочи сам Бог велел э, иметь театр. Тем более то, что вот сейчас я предлагаю, это достаточно выгодно городу, потому что это не требует таких колоссальных затрат, если начинать все заново, строить с фундамента. Понимаете, как бы, вот мы снизу, можно так сказать, проросли. Я я отдел культуры города, кстати, там специалисты Куль... управление культуры города посещали наш театр, смотрели mm -hmm. спектакли, подходили, потом выражали благодарность, им понравилось. И я вообще человек открытый, я говорю, если есть творческие люди, если есть, потому что я, я понимаю, что я, во-первых, не один, кто любит театр mm -hmm. в городе Сочи, я не претендую ни на какую монополию, я наоборот говорю, ребята, если... Кто-то что-то хочет творчески как-то заявить себя. Uh -huh. Никакой арендной платы не беру. Uh -huh. Приходите, давайте сделаем проект может быть совместный, а может быть вы отдельно что-то покажете, принесете. Если это будет интересно, давайте. Может быть это будет какая-то молодежная, молодежная школьная студия, может быть наоборот какая-то другая. Я готов сотрудничать со всеми коллективами, лишь бы это было позитивно, лишь бы это было интересно. Для чего? Для того, чтобы... Я считаю, что в городе Сочи должно быть несколько театральных коллективов. Когда их много, тогда вызывается интерес. Тогда вот чем больше люди ходят на тем больше у них появляется жажда mm -hmm. э, к этому новому интересному, не понимать, что это такое. Mm -hmm. Конечно, когда какие-то некачественные продукты приезжают в город Сочи, их показывают, потом говорят: а, вот там мы смотрели, да нам не очень понравилось, да, это театр понятно. Мы в цирк сходим. Mm -hmm. <laughs> ну, бывает и такое, ну что делать? А, вот мы все-таки стараемся переубедить нашей работой. И пока, я думаю, у нас получается. Во всяком случае, если вернуться к Туапсинскому театру юного зрителя, то когда я пришел, мне все говорили, говорит, не получится. Не получится. Здесь другой менталитет. Здесь очень мало, здесь театр на отшибе находится, никто не будет ходить. Но вот через два года пошел первый зритель, а потом случилось так, что э, э, зрители, некоторые приезжали, требовали: говорят, где у вас книга отзывов и предложений? Мы напишем, что это такое. Мы приехали, билетов не хватает. Мы из жубки приехали, мы же, мы же потра...» И нам даже там приходилось уговаривать говорить, дорогие наши давайте мы сделаем так вот вас много собралось человек мы вот этот спектакль отыграем а через час еще один спектакль сделаем для вас и такое было тоже я надеюсь что и в городе сочи такой же интерес произойдет конечно Зритель воспитывается не сразу, не в один день, постепенно. Но понимаете, когда пришло на кастинг столько человек, столько красивых, интересных, талантливых ребят, я понимаю, как насколько это важно, насколько это нужно. Мы можем сказать, что такого в Сочи нет. Вот вы громко о себе заявили. Вы знаете, я могу сказать, что вот такого зала, который мы уже построили и сделали точно нет uh -huh. я могу сказать что такого спектакля который мы сделали тоже нет но понимаете какие-то ну <coughs> на этом мы все равно не остановимся все равно uh -huh. вот та площадка которую я скажем так посмотрел придумал она может быть разная она может быть как и классическая uh -huh. с вот этим вот с картинкой вот прямо сидит зритель смотрит так, также может там э, она трансформироваться, и зритель может быть с любой стороны. Я вот стараюсь, договариваюсь со знакомыми, через знакомых, э, с очень интересными людьми, чтобы они приехали. Вот у нас уже на весну какие-то предположительные договоренности имеются, чтобы приехали, чтобы там были интересные чиццы, э, чтобы это были э, интересные актеры личности, вот для такой малой формы. Я говорю, ребят, ну, больших гонорар, гон гонораров не обещаю, потому что хочу, чтобы, во-первых, это было общедоступным. Mm -hmm. а, так как когда-то когда в свое время Константин Сергеевич Станиславский говорил, Мха должен быть общедоступным, <laughs> так он и назывался в свое время. А, вот, и а, в то же время мне главное, чтобы туда вызвать интерес, чтобы а, туда стали ходить люди интересоваться, смотреть mm -hmm. и понимаете как ну что я понимаю, что конечно интересно посидеть в кафе, конечно правильно и здорово всей семьей поехать на красную поляну и покататься. это традиция это очень важно. но и традиция культурная, культурного времяпрепровождения должны конечно быть. Расскажите подробнее о репертуаре театра-студии Каскад. Ну, Мы слышали уже вот Да, про значит, сказку. Пока У нас а, только три работы. Это мой, один из любимых моих авторов, Александр Вампилов, угу. а, Дом окнами в поле угу. и 20 минут с ангелом. А, поставил этот спектакль. Петр Анатольевич Ступин, я вам говорил, да. актер-режиссер театра, актер, театра Армена Джигарханяна и выпускник мастерской Петра Фоменко. Угу. И спектакль, который я совсем недавно поставил, была премьера, это сказка о попе и работнике, его балде, ну, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина спектакль для детей и для взрослых. Это какое-то новое прочтение, да, в афише заявлено. Да, 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 это новое прочтение. Я вам могу сказать, что я специально это сделал, чтобы это было интересно смотреть и взрослым, и детям. Даже если э, взрослые придут и без детей, Ну нет такой возможности нет, <laughs> взять просто на отдыхе у нас приходили, они все равно не пожалеют, все равно им будет mm -hmm. интересно. Mm -hmm. а, вообще а, работать над детскими спектаклями это, наверное, гораздо сложнее. Важнее, чем над взрослыми потому что там там нифига не обманешь там если что-то вот не пойдет не так он телефон и все и там интересней. Надо сделать так, чтобы там было интересней. Ну, мне кажется, у нас получилось. Плюс я стараюсь вот в этой постановке вот разрушить эту четвертую стенку, и у меня актеры выходят и общаются с маленькими зрителями. Они задают вопросы, говорят, а те искренне им отвечают, работают, переживают, и вы не представляете, как внимательно дети смотрят. Я хочу спектакль «Золушку» сделать, uh -huh. спектакль там «Красная шапка», по спектаклям Пушкина, вот сказка о царе Салтане. Понимаете, там такое поле деятельности, ведь так это можно сделать. Тем более, вот через такую форму маленькие зрители начинают знакомиться с нашим классиком русской литературы. Вот. Тут я когда проводил кастинги, я всегда начинал с того, что задавал вопросы: ребята, а что вы читаете? И вот иногда такой стопор, а ой, а что же я читаю? Я видел, что ну, вот, как-то mm -hmm. есть в этом проблема, потому что вот это телевидение, информация, которая иногда отвлекает и не дает возможности вот, взять книжку, открыть, где там Антон Полчехов, Александр Сергеевич Пушкин. А это надо, надо напоминать людям, что э, у нас ну, просто не знаю, какой, как сказать это такое наследие культурное, которое нельзя забыть, забывать, нельзя забывать, надо, надо, надо помнить и сохранять его. Исполнять это... пробелы. Да, да, да. 27 марта Всемирный день театра. день театра. Как будете отмечать? Значит, конечно, в этот день мы работаем, мы даем спектакль. Сказка о попе и работнике Балде, начало в 17 часов. А дальше после спектакля мы остаемся и приглашаем и зрителей, и кто-то может быть до... тех, которые пришли на спектакль, и те, которые, может быть, подойдут специально для этого мероприятия. Будь театральный капустник. Наши актеры подго... готовят э такой э -э вечер актерской песни uh -huh. и раз... будут разыгрывать разные театральные сценки. Готовимся, э -э готовимся и приглашаем. Спасибо большое, удачи вам, вам в работе. Как известно, в советские годы в Сочи развивались не только здравницы, активная была и музыкально-театральная жизнь. В 1937 году на берегу моря были построены летние и зимние театры, но, к сожалению, они так и остались гастрольными площадками для театральных коллективов из других городов. Но, возможно, именно сегодня в Сочи произошел прорыв в, в этой сфере, и в городе начинает зарождаться свой культурный. Центр. На этом время наша программа подошла к концу. Будьте в курсе всех событий. Спасибо, Александр Владимирович, за беседу и удачи вам Спасибо. в вашем труде. Спасибо. В таком вам нужном и интересном. Спасибо.